кусайся сразу. Какой ракурс? Ну да. Можно просто подвинуться, а не съедать штору. Ой, какая. Так удобно. Спи, спи. Дневной сон полезен. О, кто-то приехал, это гости приехали. Гости приехали. Это мама приехала. Киса говорит, тоже хочу обниматься, можно? А там Вова потом. Красавец. Тебя тут раскормили-то. Да, раскормили. Киса тоже хочет обниматься. Раскормили. Кису погладить. Кисочку погладить. Киса. Киса с тобой здороваются. Ты обиделась? Все. Собака пошла к своему настоящему хозяину. Хозяину. Не то, что мы тут собрались. Эй, большая буква хозяин, иди это сюда. Ага, она к мячику пошла, понятно все. Я сегодня с утра его туда спрятала. Венза, ты его уже оттуда украла, можешь не искать. Ой! Через... Ой, так, так она обниматься пошла. Как ты рада меня видеть. Ну, бубочку. Я тоже тебя рада. Ну, какая ты. Тоже рада. Побежала обниматься, скажи, еще двери не открыли. Ну что ты такая суровая? Ты рада, да? Скажи, Вова не заходит. Все. Вот так. Пошел. Советую валяться. Гости ушли. Вова не заходит. Он все со своей брусчаткой разбирается. Собака убежала. Всех сейчас собирать надо. Да что это такое? Снова не Вова. Пока-пока. Разогнала всех гостей. Бубочку, ну что это такое? Никому не здрасте, кроме Вовы, да? Луп-луп. В обнимочку. С миской. Остается лежать. Ну, бусечка. Она такая красивая. Это ж Вовина мама. Она даже немножко как Вова. Могла бы и пообнимать. А не своей сказочной улыбкой встречать. Красиво. Закат на 9 лет назад венчику купили. Купили в питомнике. Это был последний щенок из всего помета. 6-месячную ее забрали. Одну единственную. Там маялась уже. В вольере сидела одна. От тоски не знала, куда деться. Кто ж думал, что судьба у тебя такая будет? Кисонек таких воспитывать. Бодрый бабулич. Контролирует, что ты. Дом ее тут все смотрит. Вообще.
И тебя не зовут, да? На проверку. Чего это они? Ой. Чего это? Пши. Не нравится. Не нравится. Никто. Скажи, так стоят хорошо, я бы всех за жопу перекусать. Всех бы их перекусать. Раз, вот так вот их всех. Ну, как никто не нравится. Одного караулила, вчера караулила. И тебя поймать, тебя оставить. А их всех поймать, их всех поймать. Не зашел даже поздороваться. Какой. Ходит, где попало. Охранница территории. Два охранника лежат. Это всех на территорию пропустит. Это никого. Даже иногда своих. Вот такой баланс получается. Да, Веня? Охранница. Посмотрите на эти курьекорочка. Венза, ну ты вообще как щенок. Честное слово. Ой, давайте обниматься. Наконец-то. Тот, кто приятен глазу, пришел. Ням-ням-ням-ням-ням-ням. Ой, какая. Жаба собачья просыпается сразу. Хорошо, хоть не мячик заглотил. Позови кису. Иди сюда, мальчик. Скажи сам, иди, у тебя собака злая какая-то. Ладно, закате, красиво. Блин. Ты спрятала мячики у нее, да? Да. Так она вообще с этими мячиками ничего не слышит. Ничего не видит. Иди.